Сыр! 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 Силы не хватает! Сыр! Сыр! Гей! Сыр, сыр, сыр! Кролика! Это мышка! 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 Сыр! Сыр! Я не понимаю! Три буквы! Сыр! Какал! 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 Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу новую рубрику «Импровизация в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и спасибо, спасибо, ой, ой, спасибо. Ты чё кидаешь, Спасибо, яйца в людей невидимых кидаешь. Спасибо, ой. Ребята, спасибо большое за ваши лайки под нашими сериями «Импровизация». Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребят, поэтому вы прекрасно знаете, что сейчас надо делать. В первую же очередь ставить лайки на наши видосы. Давайте наберем хотя бы минимум по 15 тысяч лайков, и мы сразу же выпустим следующую часть импровизации. Вы же этого хотите? Да, и, собственно, поехали. В общем, ребята, в чем будет суть моей карты? Жека вернется к себе домой в Новосиб, и сегодня у него будет много заданий. То есть он пришел домой, ему нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, поубирать за котом, который нагадил ему на ковер, а схавать там что-то на кухне, посмотреть Лунтика, достать эротические журналы, потому что он их прям усердно читает каждый день и многое другое. Поэтому, ребята, давайте мы сейчас посмотрим. Сможет ли Жека догадаться, что я ему построила? Кто не знает правила нашей рубрики, то обязательно, ребята, смотрите предыдущие серии. Ссылочки будут в описании. А суть рубрики, чтобы Жека догадался, кто он, где он и что он тут забыл. Ребята, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем приступать. В общем, ребята, Жека пришел ко мне на карту, и он, ну, дебил. Смотри, что он делает. Купил себе спиннер, придурок. Поэтому, ребят, сейчас мы будем начинать. Жека дебил, да? Поэтому, давай, Жека, ты можешь идти, Я могу, да. Ай, привет, ребята! Привет. Это я! Жека. Туда? Ты туда, да. Или туда? Не оттуда, сюда, да. Понял. Будет интересная серия. Так. Это кухня? Да, в общем, что это? Что это такое? Это все. Это все квартира. Чья? Наша? Нет. Нет, не наша. Моя. Да. Или твоя? Твоя. Моя. Кто ты? Надо спросить, кто такой. Кто ты такой? Чё? Кто ты? Кто я? Да. Я. Ну да я, это я. Кто? Видеоблогер? Нет, кто ты? Я видеоблогер. Придурок, по жизни кто? Имя? Я житель этой квартиры. Придурок, имя? Я Евгений Чернявский. Вот. Да? Да. Все правильно? Зашибись. Ладно. Это квартира твоя. Это моя хата. Да. В Новосибирске. Ахры, как ты угадал? Да? Да. В общем-то, Жека прям догадался сразу же. Так, окей. Ты пришел домой с Питера, прилетел. Я там танцую. В Новосиб. Летаю. Прилетел! А, я прилетел, да, в Новосибирск! Да, понял. Ой, ты прилетел и хочешь жрать. Ам-ням-ням-ням-ням. Я кушаю. Ход, ты сейчас не кушаешь. А, я хочу кушать. Да. Иди на кухню. Обратно на кухню. Да. У тебя есть морковка. Не-не-не. У тебя только есть паста. У меня тут есть мама? Нет, ты сам дома. Я не понял ничего. Макарошки. Что? Макарошки! Как, кого? Какие рожки? Макарошки! А, макарошки! Да. Макарошки. Какие макарошки? А? Какие макарошки? Макарошки? Паста! Я дую что-то. Паста, понимаешь, такой... Паста! Сальса! Как по-другому? Вот берешь, зубы чистишь. Я чищу зубы. Паста. 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 А, паста. Паста. Стой. Нормально. Паста. Ну я пасту. Паста, вот. Пасту у тебя дома только есть паста. А, я хочу пасту. Нет, только дома. Только. Только паста. Только паста. Больше ничего нету. Больше вообще ничего нет. Только паста. Только паста. Солью. Что? Солью. Чё? Паста и соль. Соль? Да. Соль. Паста с солью. Мне нужна соль. У тебя есть тут дома только паста и соль. Кого? Сейчас, подожди. У тебя дома
У меня дома есть только паста. Только паста. С солью. И все. С солью. И соль. Да, и укроп тоже вроде можно найти. Укроп тоже. Я буду есть пасту с солью. Да, но укроп тоже где-то там завалялся. Че? Укропчик. Укроп. И укроп тоже. Укроп. Молодец, молодец, молодец. Но сыра нету. Сыра не-не-не. Сыр... Ну... Нет, паста это фигня. Нет. Паста есть, но сыра нету. Ах, я бы так сыр сейчас... Хочу потом... другое что-то. Придурок, сыра нету. Кого? Сыра. Да. Звезда. Хочу пасту. Да. И соль, и укроп. Да. Хотел бы, хотелось бы еще сыра, но сыра нету. Хочу что-то другого. Пасту с сыром хочешь? Чего-то не хватает. Да. Чего? Сыра. Сыр, сыр, сыр. Силы не хватает. Сил не хватает пасту хавать. Сыр, понимаешь, что такое? Сыр. 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 Гей. Сигареты. Хорошо, не-не. Сыр, сыр, сыр. Кролика. Это мышка. 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 Сыр. Сыр. Я не понимаю. Три буквы. Сыр. 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 Да. Ой, бабай, как ты меня заколебал. Вот. Паста есть, соль есть, укроп есть. Сыра не хватает. Сыра нет. Ну пофиг, пофиг. Идем смотреть телевизор. Телевизор. Типа, отключил такой. Телевизор. Я... Иди дальше, иди дальше. Дальше иду. Дальше, дальше. Понял. Налево, налево. Налево. Садись, садись, садись. Да. Садись. Садись, да, садись. Да, сюда. Садись. Садись! Okay. Садись! Садись! Чё? Экран, смотри в экран. Туда! Придурок! Сядь! Садись! Сядь! 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 Взял! Сел! Он меня пугает, ребята, я не знаю, что он покажет мне. Я сел на диван! Ну сядь! Сел? Я сел! Молодец! Фу, сейчас, смотри телевизор. Сейчас я смотрю телевизор. Да, молодец, молодец. Ага. Мы будем смотреть Лунтика. Я хочу кушать. Ты уже покушал. Я уже покушал. Да, да, да. Будем смотреть Лунтика. Я смотрю два телевизора, два. Не-не-не. Мы будем смотреть с тобой Лунтика. Лунтик. Я ни хрена не понимаю. Типа, окей, такой. Такой, я родился. Я боюсь. Ты придурок. Такой, упал. Я высокий. Ты дебил. Смотри, звезда падает. И пум. И такой, я упал. Я родился! Офигенно! Смотри, смотри, смотри. Ага. Небо! Бам! Небо! 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 Забор! Небо! Запор! Придурок, смотри, смотри. Я летаю! Не ты, не ты! Нет. Не ты. Ты летаешь! Подожди. Летай, летай! Такой, бум! Такой сидишь здесь, такой, я родился! Я родился! Лунтик! Ужин! Я устал! Я родился! Я очнулся! Я родился! Да! Я родился! Я родился! Лунтик! 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 Хорошо, хорошо! Я смотрю Лунтика! Да! Хорошо! Уже насмотрелся! Идем дальше, идем дальше! Идем дальше! Дальше идти? Да, да, да! Хорошо! Сюда! Какать хочешь, можем в туалет что? Пойти. Если ты хочешь какать, можем в туалет пойти. Кого? Срать хочешь? Чё? Понос. Паровоз? Или запор? Запор. У тебя запор? У меня запор? Я не знаю, у тебя запор? Я никогда не знаю. Ну, срать, ну, сколько ты в туалет не ходишь? Чё? Какой запор? У тебя запор? У меня нет запора. Так ты хочешь в туалет или нет? А? Хочешь в туалет или нет? Чего? Так если нет, то нет запора, можем в туалет пойти. Чего? Туалет хочешь? Нет, не хочу. Не хочешь? Не ну хочу. Хорошо, идем в твою комнату. Сюда иди, сюда. Сюда? Да, 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 сюда. Да, да, да. Твоя комната! Твоя комната! Это моя комната! Твой кот! Это кот! Да, который насрал на ковер. Это мой кот! Твой кот. Насрал на ковер. Какой кот? Нет, он насрал на ковер, надо поубирать. Чё? Поубирать, кот насрал. Кот насрал, надо поубирать, поубирать. Уходи, кот, плохой кот. Плохой, почему? Потому что он насрал. Вот! Да? Да, на ковер насрал. Он на мой ковер насрал. Вот, надо поубирать. Он падла. Носок снимай, убирай. Теперь я его выгоняю.
Ты носок сними, говно собери. Чего? Собери с ковра, как андюли. Кого? Кот насрал, как андюли собери. Кот сожрал. Кот насрал. Нагадил на диван. Ничего не понял. На ковер. Кот нагадил. Кот мой. Да. Да. Накакал. Какал. Какал. Карта. Какал. Ка. Ка. У. Насрал на ковер. Это мой кот. Это насрал мой кот на ковер. Насрал. Да, да. Плохой кот. Плохой кот, надо поубирать. Я его за штирку взял. Нет, ты говно взял, поубирай. Я его взял за штирку. Нет, ты как андюли взял. Я говно убрал. Надо убрать. Типа, как андюли на ковре, надо бы убрать. Убери говно! А, я говно убрал в туалет. Убирай! А? Убирай! А, я убирай! Убирай! Убираю! А где говно? Не знаю, твоя комната! Я не вижу его! Твоя ж комната! Что? Наверное, кот сажал. Ну ладно! Жека, надо идти спать! Надо идти спать! Я спать хочу! Да! Я ложусь спать! Но! Перед сном! Типа, ты хочешь спать, да? Я хочу спать. Но перед этим... Но... Перед. Я хочу спать, но... Но перед сном хочешь почитать, ты хочешь... Но потом почитать, хочу почитать. Да, эротические журналы перед сном. Чё? Ты хочешь почитать... Много читать. Хочешь. Я хочу. Хочешь почитать эротические журналы. Кого? Типа такой смотришь. Такой. Какие-то журналы женские. Да. Ты хочешь? Playboy. Да, хочешь почитать. Я хочу почитать. Да. А где журналы? А? А где журналы? Где журнал? Да. Откуда я знаю, где журнал? Твоя комната! Да это не моя комната! Ладно, пофиг, ложись! Ложись! Туда! Ложись! Сюда! Спать! Спать. Сейчас, ребята, это уже, в принципе, концовка. Сейчас уже концовка, но я его немного еще помучаю, потому что мне не в кайф. Ложись спать. Спать. Не ложусь, я сплю. Не-не-не, спать надо. Понимаешь? Спать надо. Когда спишь, закрываешь глаза. Читать надо. Нет, когда спишь, глаза люди закрывают обычные. Я сплю. Ну, глаза закрывай. А? Глаза закрывай. Когда люди спят, закрывают глаза. Глаза закрыть надо. Глаза закрывай и спи! Я разговариваю во сне! Нет, ты еще даже не спишь, ты только лег! Спать надо, глаза закрыть! Я просто лежу! Ты просто лежишь, а надо спать! А надо спать! Ну так спи! Я сплю! Ты глаза даже не закрыл, у тебя глаза открыты! Глаза закрой! Не понимаю! Глаза! Я считаю овец! Ты придурок! Глаза закрой! У тебя открыты... У тебя... У меня... Открытые глаза, а надо... Бессонница! Ой! А что у меня? Глаза открыты, надо глаза закрыть. А, у меня запор! Я тебя поздравляю, конечно, но у тебя глаза также открыты. Чё? Глаза открыты. Посмотри, я есть хочу. Посмотри в камеру, видишь? Смотрю. Открыты глаза, а надо закрыть. Глаза не закрываются. Почему? Куда я знаю? Ну так закрой их, если можешь! Я не понимаю, что ты хочешь! Глаза закрыть! Возьми глаза, вот! Возьми и закрой глаза! Закрой! Мне глаза закрыть? Да! А, закрой глаза! Спи! Я боюсь! Закрой, пожалуйста, я тебя умоляю! Я боюсь! Не доводи до греха! Ты ничего не будешь делать! Не доводи до греха! Мне закрывай глаза! Да! Ты ничего не будешь делать! Я боюсь! Закрой глаза. Я боюсь. Закрой глаза. Ну хорошо, я закрою глаза. Спи. Спи. Я боюсь. Может, хватит уже над ними издеваться, я не знаю. Спи. Спи. Закрой глаза, закрой. Ну закрой глаза, закрой ты глаза уже. Закрой. Спи. Спи, пожалуйста, я тебя умоляю. Не доводи до греха. Спи. Спи. Я так и знал! Я так и знал! Я больше не буду закрывать глаза! А как ты спать-то
когда будешь? Не хочу спать, все, останься! Что ты от меня хочешь? Усни, пожалуйста, усни. Я не буду спать, все! Ты меня опять напугаешь! Ладно, все, хватит, хватит. Хватит, хватит. Жек, понимаешь, когда люди хотят спать, они глаза закрывают и спят, они сидят за компьютером. Я же говорю, закрой глаза и спи. А ты меня пугаешь. Так ты не спишь. Я не боюсь. Нет, ну просто если ты реально уснул, тогда все нормально для серии, понимаешь? А ты уснул. А ты сидишь за компом, придурок. Знаете, как страшно, когда ты ничего не слышишь, так еще и говорят тебе глаза закрыть, вообще в каком-то неведомом пространстве находишься. Так страшно, на самом деле, это ужасно. Страшно, ужасно. Ну, это ты меня вывел из себя просто. Ребят, ставьте огромные пальцы. А как тебе объяснить, чтобы ты глаза закрыл, а? О, ребят, короче, если вы хотите посмотреть, как я ходил к Жеке, то смотрите его видос. И обязательно ставьте лайки на два канала. Давайте наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и мы сразу же выпустим следующую серию импровизации. Да? Да, Жека придурок, поэтому, ребята, встретимся в следующей серии. Когда она выйдет, зависит только от вас. До свидания. Ты весь грязный! У меня говно на таких, как я стричься буду! Я скажу, я блогер, не пустите, засужу! Да, это твое говно, ну да. Да. Плохое говно! Да, плохое твое! Не моё! Твоё! Подсунули, я просто ступил! Да нет, твоё говно. А чё делать? Ну всё! Не пускают! Выгоняют!